Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу про очень крутой и прикольный эффект, который называется светящийся шарик. Вот так он выглядит. Его можно взять и увеличить. Скажите, круто! Для этого видео нам понадобится программа Лайк, где мы снимем заготовку нашего видео, и программа для монтажа. Я покажу вам два способа, как можно смонтировать на Android и на iPhone. А теперь давайте начнем. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк к этому видео. Подпишись на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Ой-ой-ой, а я забыла про приветики. И как в каждом видео, я передаю приветики. И как ни странно, завал приветиками. И сегодня я передаю каналам. Юлия Курпас, Анастасия Шпаковская, Андрюхи, Развлекухи, Анна Ди, Арина М, Валерия Лайк, Дарина Гимнастика, Даша Коробкова, Элли Шоу, Инга Лав, Карина Энимал, Коты Воители, Кристина Мяу, Лилия, Любовь Андреевна, Марьюшка ТВ, Маша Няша, Муся Нашка, Настенька Лайк, еще одна Настя, Настя Стар, Полина, Синтик ТВ, Слайм Топ, Соня Дрим, Суперкоуч, Эля Аслан, Януся Булочка и Гёрл Юникорн. Привет! И как всегда, смотрим видео одного лайкера. Как я и говорила в прошлом видео, я буду смотреть тех, кто активен на моем канале. Это тот, кто ставит лайки и пишет хорошие комментарии. Эта девочка, она была самая активная, и я буду смотреть ее. И она мне сделала открыточку. Спасибо тебе большое! Вот и аккаунт, и давайте смотреть видео. Спасибо большое, мне очень приятно. Для начала зайдем в лайк и выберем музыку, под которую мы будем снимать. Я выберу вот эту. Ставим телефон на штатив. И снимаем, как будто мы ловим маленький мячик, рассматриваем его, увеличиваем, уменьшаем. И потом еще чуть-чуть увеличиваем. И показываем класс. А можно сделать что-то свое. Ну, например, взять, увеличить, его отпустить, чтобы он налетел. Я буду делать так, чтобы он улетал. И сохраняем как частное. Пост. Еще один дубль, чтобы можно было выбрать хороший. Три, два, один. И тоже сохраняем как частное. Для начала найдем в гугле звездочку или свет PNG. Так и вбиваем. Свет PNG. Я выберу вот эту. Выберу на всякий случай вот эту звездочку. И... заходим в Кайнмастер. Нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, медиа, all, и выбираем наше видео. Нажимаем на галочку. Нажимаем на слой, фото, и выбираем нашу звездочку. Увеличиваю звездочку почти на весь экран. Обратно я
нашу звездочку уменьшаю. Так же само, как и мои руки. Выделяем слой, увеличиваем нашу звездочку и вставим в том месте, где я должна ее схватить. Разрезаем в том месте, где я беру звездочку, и в том месте, где она у меня будет появляться. Этот кусочек я удалю. Теперь мы переносим нашу звездочку мне в руки. Уменьшаю, так как у меня в ладошках она спрятана. Нажимаю на ключик, плюсик и анимирую. Увеличиваю потихоньку. Увеличиваю вместе со своими руками. Анимация следует за моими руками. Я просто передвигаю ползунок. А теперь можно сделать так, чтобы наша звездочка улетала. Увеличиваем ее и просто уводим ее в сторону. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось очень круто, мне нравится. А если тоже вам все нравится, сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока она загрузится. Еще раз на стрелочку. И save video. Все, наше видео сохранилось. Нажимаем на плюсик, выбираем наше видео, ищем слово «эффекты», нажимаем и ищем эффект блик-линзы. Нажимаем на него. Его нужно уменьшить и переместить в то место, там, где я его буду хватать. Разрежем наш слой там, где я схватила шарик. Передвигая слой в тот момент, когда шарик должен быть уже виден в моих руках. Теперь этот луч должен двигаться с моей рукой. Передвигаем наш шарик в руки. Ставим ромбик. Автоматически, когда я передвигаю шарик, у меня появляется на слое ромбик. Программа записывает движение этого шарика. И так до того момента, когда шарик у меня улетает. Ну вот и все. Наше видео готово. Теперь можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Все, наше видео готово. Тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. Ребятки, тем, кому я не передала привет, не обижайтесь. Вас просто очень много, и вы сюда не влазите. Я обязательно вам передам привет. Я читаю все ваши сообщения, только в порядке очереди. Ну что ж, на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным, и вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок», чтобы я могла вас найти и лайкнуть. Всех люблю! Пока-пока!